Привет, дорогие друзья! Сегодня вот решил выйти в лес, посмотреть обстановку. Давно не был я уже, больше месяца, наверное. Сегодня у нас 24 июня. Нахожусь я в Ростовской области, Узденецкий район. И вот решил выйти погулять по лесу. Заехал в тополевую рощу. В планах еще другие места посетить, разведку провести, так сказать, посмотреть, что у нас с грибами. Вряд ли мы найдем хороших грибов, но суть не в том, чтобы собрать грибов, а именно вот интересует их поиск, находка. Пусть это будет спортивный интерес. То есть нашел гриб, да, ну он будет или червивый, или еще может какой-то, неважно. Главное посмотреть обстановку, что тут есть, какие грибы есть. И походить, погулять. Предлагаю отправиться со мной на такую прогулку лесную. Идем гулять. А вот и находка. Какая красота. Красивый такой грибочек, а бабочек. Вот, есть грибочки. Идет корзина. И мы продолжаем поиск. Продолжаем поиск. Так, а тут у нас что в этой траве густой, трудно различимой. О, смотрите, что нашел. О, вот такой вот бабочек. Не очень, конечно, уже свеж. Но факт тот, что нашелся. Да. Видите, он уже весь червивый. Но так зато красивый какой. Повесим его тут. Пусть распыляет свои споры. Погода без дождей, сушь стоит. Вот пару дней как немножко попрохладнело чуть-чуть. 25 примерно, 26. А в основном стояла жара.
жара. Ну и, соответственно, надежды на грибы мизерные. Но никогда не унываем. Все равно что-нибудь да найдем. Цветочные поляны. Вот такой вот мухоморчик. Дремучий лес. Осины и березы. А грибов нет. Ты чё, один красивый мухомор. Такой вот. Ну это даже, ну, мухомор. Вот такой вот он. Красивый. Ну вот, друзья, закончил я свою прогулку. Хорошо погулял. Но грибов нет. Нашел там парочку бабков. Ну это, конечно, не то. Думал, что будет все-таки побольше. Но тем не менее, зато я нашел новые места, красивые, перспективные. И думаю, в грибной сезон обязательно я сюда приеду, и мы здесь что-нибудь найдем. Ну а пока спасибо за просмотры, что были со мной на этой прогулке. До новых встреч. Всем пока.